Поэтому сегодня, друзья, здравствуйте еще раз. Сегодня у нас тема в рамках производственных курсов. Почему решил позвать всех, не только аппаратчиков, для кого курсы проходят, а и всех, потому что это касается сегодня насос, тема насос. И она перекликается практически со всеми профессиями. И будет опять же маленькая задачка. Опять постараемся, чтобы было сегодня не сильно скучно, может интересно, и чтобы это было можно применить дома, на практике, у кого есть частный дом, или кто-то может отсюда уволиться, пойдет работать в другое место, или в пожарную службу, и он должен знать, с какой глубины нужно откачать насос. Например, задачка будет простая, кто-то уже знает ответ, сразу мне ответит, например, есть условный какой-то резервуар, здесь есть условный какой-то центробежный насос. Например, начнем с центробежного. Условно, здесь есть какой-то трубопровод, куда он качает. И куда-то наверх он уходит, неважно куда. Есть трубопровод, так называемый, всасывание, через который происходит всасывание жидкости. И предположим, рассмотрим, что это будет у нас вода. Предположим, уровень воды у нас где-то здесь. Так вот вопрос состоит таким образом. Какая максимальная высота или глубина, правильно сказать, h максимальная, с которой данный насос может выкачать жидкость? То есть задача такая. У нас поверхность, поставили насос центробежный, а жидкость у нас находится на какой-то глубине. Бросили шланг, трубопровод всасывающий. С какой высоты можно поднять жидкость? Ответы любой, какие-то цифры, числа подходят. Либо так работать нельзя. Следующее. Поэтому у кого есть какие видения, прошу давать ответы. Производительность насоса, мощность насоса. Мощность насоса. Производительность. Так. Это нам что-то даст? То есть мне надо дописать. То есть в зависимости от этого, что будет происходить. Ну, например, что я тебе скажу? Мощность 7 кВт. О чем говорит? 7 кВт. С какой высоты можно поднять? Или есть 7 кВт, а есть 20 кВт. С какой высоты? Или, скажем так, какой, как влияет это? Так, рассуждаем дальше. У кого есть какие видения еще? Причем полезно будет и дома, и частный дом у кого, и потому что где-то выкопали колодец, артезианская вода, и надо или погружной насос туда опускать на веревке, да, или можно он будет у вас на поверхности стоять в режиме обслуживания, потому что вода тут, глубина такая, и вы сможете более проще, да, эту задачу, может быть, решать, может быть. Не знаю, у каждого будет свое. В всяком случае, поэтому еще прошу идеи, мысли. Идеи. 9,3. 9,3 чего? Что такое 9,3? Чтобы не как в анекдоте было. Приборы 300, да? Что 300? А что приборы? Глубина. А глубина, то есть 9,3? Да. 9,3 чего? Метров. Метров. Или? Миллиметров, не знаю, километров. Ну, я помню, что 9,3. 9,3. Так в каких единицах измерения? Вот в чем дальше вопрос. Потому что 9,3 это цифра. Да, но это уже число десятичное, да? Цифра 9, 9,3. Хорошо. Где-то что-то рядом, но просто без размерности. Еще раз. Я помню, когда еще в университете учился, ответы когда писали, и я таких же мыслей придерживаюсь, а размерность не писали. И все, это сразу 0 балл за это решение. Потому что без размерности это ничего. Может, все правильно, размерность не написана, 0 балл. Потому что потом, когда задаешь вопрос, какая же размерность, а там можно написать все, что угодно, и понимаешь, что значит задачу вообще не понимаешь. Поэтому вот самое главное теперь, какая размерность, в чем? Крутится еще килоджоуль. Килоджоуль. О чем тут вода? Все, тогда точно. Двойка. Точно, какая двойка? Ноль. Ноль, хорошо. Давайте обсуждать. Это все, в принципе, условно скажу так, из раздела физики. Почему я пытаюсь какие-то такие задачки привести?
И хочу именно, вот вы работаете на серьезном производстве. Химическое, пожаро, взрывоопасное производство. Кто-то сейчас только учится, кто-то уже набирает опыт. Я просто хочу, и когда вы приходили, со многими проводил собеседование и говорил, школьную программу спрашивал, да? То есть школьная программа предрасполагает некоторые простые какие-то вещи, которые используются у нас на производстве. Я говорил, что если вы эту школьную программу знаете, что-то из физики, остального мы здесь научим, обязательно вы все это выработаете и поймете. Поэтому из школьной программы я пытаюсь дать вам и рассказать, что есть очень сложно, можно углубиться, а есть очень простые вещи, реперные точки, реперные формулы даже, или эти формулы, это условные законы, которые, может, формулы вы никогда высчитывать не будете. Но они такие, их не так много, и вы будете понимать все производство, где бы ни работали, чем бы ни занимались. Поэтому иногда задаешь простой вопрос, там найти площадь поверхности стола, тебе говорят, да я гуманитарий, я, в принципе, не разбираюсь в этом. Нет, гуманитарий — это тот, кто знает школьную программу, хотя бы реперные точки, и еще глубоко гуманитарные науки. А если ты просто гуманитарий не можешь найти поверхность стола, это значит... Площадь поверхности стола, да, как прямоугольник, посчитать площадь. Это значит просто ты не учился в школе. Ну, вот так я рассуждаю. Поэтому моя задача вам дать, что простые вещи, которые дают решение, ну, вот этой задачки, которая нужна как здесь на производстве, так и дома. И она, еще раз говорю, вот все, что я сейчас расскажу, вот на базе этих моментов можно рассказать практически все производство и понять всю гидродинамику производства. Всю ту сложную, которую вы изучаете, все сложные схемы. Давайте немножко вспомним закон сообщающихся сосудов. Знаете? Знаете? Отлично. Значит, здесь рядышком я нарисую условные сообщающиеся сосуды. Условные сообщающиеся сосуды. Ну, где-то они здесь сообщаются как-то. И, например... Вот этот сообщающийся сосуд, я его открою и подключу, например, условно к этому насосу. Пусть будет центробежный насос, который будет выдавать какую-то жидкость. Для того, чтобы этот насос тоже открою. Так? А теперь я его заполню, допустим, если я здесь вот так заполню жидкостью, где будет... У меня... Что? На том же уровне. Вспоминаем, все отлично, на том же уровне. Предположим, мы его и заполнили насос, он заполнен под кубик. То есть уровень будет одинаковый, это мы понимаем. Теперь у нас открытая сообщающаяся сосуд, да? Какое давление здесь оказывает? 1 кг. Атмосферное, да? Атмосферное давление это сколько? 1 кг. Ну, килограмм это масса, да? Килограмм всего на свинье. Например, напишем одна атмосфера или один бар, допустим, да, где-то они одинаковые, помним уже, прошли, да, эту лекцию, проехали. Так вот, задача теперь, чтобы этот насос, вот это нам все прокачивал, да, предположим. То есть насос должен это все прокачать. То есть он должен создать такое разрежение, да, то есть такое давление здесь у себя, которое будет равно тому давлению, которое здесь приходит. То есть, предположим, теперь это давление, то есть он создал это давление, что произойдет у нас с этим столбом жидкости? Он полностью уйдет сюда. И будет где-то здесь. То есть, если насос создает серьезное разрежение. И ситуация будет статичная где-то так. То есть, для того, чтобы нам создать эти условия. Пытаясь рассказать просто. Что будет происходить? Если вот будет ситуация, я нарисую такую, чтобы она была такая, что для этого надо? Для этого надо, чтобы здесь было давление атмосферное, а здесь было давление равное атмосферному. Так? Правильно? Можем мы создать, чтобы был вот такой вот уровень здесь, здесь был столб жидкости, а здесь был заполнен газом? Можем такое сделать? Можем. Для того, чтобы это сделать, здесь нужно создать давление газа какое? Какое-то давление газа. И здесь тогда у нас будет какой-то уровень жидкости. Какой-то уровень жидкости, тот же H. Пишу маленькой буквой H. Так вот, предположим, что эту ситуацию мы создали. Здесь заполнено газом, а здесь у нас уровень жидкости. Причем уровень в этом
столбики внизу, да? Так вот, ну здесь, если уже совсем точно, то это должен быть по уровню жидкости, вот так вот, где-то здесь. Чтобы решить эту задачу, какая максимальная должна быть высота, если нам известно, что давление, которое здесь создано, это 1 бар, да, это наше атмосферное давление, то есть сюда давит атмосфера. Напоминаю, да, что такое атмосфера? Это столб, высота столба воздуха, которая давит именно в этот столбик, высота практически там, сумма, если взять сантиметр квадратный, вырезать, да, этот столбик условных там 100 километров и выше, то это будет 1 килограмм. Поэтому это условно у нас 1 бар, который сюда давит, чтобы оно передавило сюда. Мы можем найти эту высоту тогда? Из какой формы мы будем искать? Чему равно давление столба жидкости? Ро, же, аж. Вот это единственное, что я хотел, чтобы вы вспомнили из раздела физики, которое будет вам говорить, как столб жидкости влияет, как они связаны с давлением, как перевести метры в паскале. Причем давление у нас 1 бар, ну давайте все это будем в паскале. 1 бар условно, сейчас буду, чтобы вы поняли, это сколько? 100 тысяч чего? Паскали. Пишу сюда. 100. Используя эту формулу, вы можете решить миллион задач и на производстве тоже. И понять многие вещи. И больше знать не надо. Плотность. Если это вода условная, какая? Сколько плотность воды? А? Нет, давайте в систему Си, то есть у нас килограмм на метр куб. Сколько будет? 1000, правильно. 1000 килограмм на метр кубический. Же это что? Это же? 9,8. Это 9,8. Что это? Это ускорение свободного падения с Земли, правильно? 9,8 метров на секунду в квадрате. То есть с падением ваша скорость с каждым временем, с каждой секундой увеличивается на 9,8 метров в секунду. С каждой секундой на 9,8. Еще быстрее, еще быстрее, еще быстрее. Поэтому, смотря с какой высоты падать. Давайте округлим 10 еще, для простоты расчетов. 10 метров на секунду в квадрате. Все это из физики простой. И здесь что у нас остается? H. Если вот это уравнение такое простое, H чему будет равно? Можно отсюда найти H? То есть это надо что? 100 тысяч, да? Разделить на 1000 переносим сюда, да? И десяточку сюда переносим на 10. Сколько? 10, да. Я почему именно все округлил, то там реально будет больше 9, будет вообще-то 10,4, неважно. 10. Просто я специально для простоты расчета все подкругляю. Возьмете 9,8, будет другие значения. Но 10 чего? Метров. Килоджоулей, нет? 10 метров. То есть, если у нас есть атмосферное давление, которое давит сюда, оно позволит нам заполнить коллектор всасывающий всего лишь на 10 метров. То есть ниже 10 метров обычный насос из-за того, что давление один не сможет. Для того, что если мы хотим ниже бросить, значит тот резервуар должен быть заполнен, давление там должно быть выше. Понятно? То есть 10 метров это теоретическая глубина, с которой можно поднять жидкость. Все, ниже нельзя. Если вы столкнетесь с вопросом и вам скажут, там 15 метров, это обычным насосом невозможно. Для этого можно решать ну, какие-то специальные другие задачи. Обычный насос это не сможет. Но в практике вы из 10 метров, даже имея температуру воды условно до 30 градусов, даже, да, например, тут 30 градусов, вы из 10 метров не сможете поднять. Почему? Что мешать будет насосу? Что будет мешать насосу поднимать? Вот это вот вопрос как раз таки практически у нас. Если это теоретическое значение, я напишу теоретическое значение в динамике. А практически что нам будет мешать? Если здесь будет у нас, что такое парциальное давление? То есть из воды есть испарение молекул воды, правильно? И оно зависит от температуры. Когда давление испаряющейся воды равно атмосферному? При какой температуре?
вспоминаем. 100 градусов, абсолютно правильно. То есть при 100 градусах отсюда давление, которое будет выходить, оно будет равно атмосферному. И вы вообще с нулевой точки только сможете поднять. Понятно? То есть 100-градусную воду невозможно вообще ни с какой точки. А при 30 градусах или при до 40 градусах, до 50 градусов, это будет всего лишь вот это давление, которое будет мешать и противодействовать, это будет порядка 0,1-0,2 атмосферы, 60 градусов. И аж при где-то 70-80 градусов это будет пол атмосферы. Пол атмосферы это сколько в столбах жидкости, мы уже посчитали? 5 метров. Это 5 метров. То есть мы каждый раз будем отнимать. То есть условно нужно ставить теперь еще на 1 метр ниже, правильно? Отняли этот метр, вырезали тот метр, допустим, при 30 градусах. Минус метр. 1 метр отняли. То есть если это было 10, метр отняли. Следующее уравнение Бернули, которое вы знаете, нет, не буду писать. Еще раз, надо запомнить вообще. Весь поток, который идет, он состоит из геометрических, где смотря поток находится, потом потенциальной энергии сжатия, в зависимости от давления, и кинетической энергии, которая движется. И они все между собой условно всегда равны. Поэтому кинетическая энергия, то есть насколько быстро идет поток, потому что мы говорим уже о динамике, мы не говорим, что мы только втянули, и он поднялся медленно, нам надо качать очень быстро и много качать. Поэтому эта кинетическая энергия забирает определенное сопротивление. Все происходит с сопротивлением, поэтому обычно скорость в насосе 2-5 метров в секунду, в зависимости от того, как ты его настроил, его работу, это забирает еще пару метров, где-то 1,5 метра, еще как минимум забирает. Напишу еще минус 1,5 метра. То есть оно противодействует этому давлению. Оно туда, а ты его забираешь, а оно давит вниз. Вот эта вот кинетическая энергия пытается шероховатость создать, скоростной этот поток. И следующее это гидравлическое сопротивление трубопровода, правильно? Чем, кто его знает, какие там внутри шероховатости тянешь. Оно еще может забрать какую-то величину, смотря какой трубопровод. Пластиковый, металлический, внутри наросты, нет наростов. Еще может забрать метр на это сопротивление. Поэтому реальная практическая высота сколько останется, с которой можно будет? Сколько? 6,5. 6,5 где-то, да? Где-то так. Вот это реальное, где нужно устанавливать насос. То есть реальный даже пожарный насос, если вы знаете, из пожарных машин бросаешь, это глубина 5-7 метров, условно 6,5, плюс-минус иногда 5. И это все зависит от чего? То есть это причем хороший насос. Это хороший насос будет. Потому что вот это все заберет, само по себе системно заберет. Много будет забирать температура. И если температура вырастет до 100 градусов, она съест практически всю высоту. Да? Будет давление такое, что только насос будет выкачивать пары, он не заберет. То есть его нужно будет ставить на нулевой отметке, но условно еще с других гидравлических сопротивлений. Его даже надо будет ставить что? Ниже. Правильно? То есть его самовсасывающим делать нельзя. Поэтому это практическое решение и в реальности. Поэтому вот иногда в реальности у нас происходит, откуда мы решаем такие задачи, откачиваем, где у нас такой насос есть? Из какого-то подземного резервуара, да? И иногда бывает, что насос работал, допустим, из подземного резервуара откачивает, да, позиция там условно P911, а потом в какой-то момент сбросил, перестал откачивать. Что произошло? И кто-то ругает машиниста насосной, говорит, иди, ты там неправильно настроил. А произошло, что вот иногда, и это я не говорю, что у машиниста насосной, может быть, он всегда прав. Нет, он тоже должен пойти проверить, что он сделал неправильно. Но бывает так, что если мы сделаем уровень, был подземный резервуар такой, значит, какая высота была? Вот такая реальная, правильно, до насоса. И потом, когда он откачивает жидкость, уровень падает. И упал до какой-то величины, высота увеличилась, глубина, да, всасывания, вот до этой величины. Это была какая-то H1, это H2. А при этой величине, еще учитывать скорость, кинетическую энергию, он уже не может работать. То есть, здесь мы откачивали быстро. Какая продуктивность 911 насоса, кто помнит? Так. 9 у 910, 10, то есть у 910, 911,
Так, там подглядывают 20, да, 20, и у 956-го 30 метров кубических. То есть машинист пришел, его нагрузил на какую-то величину. Он работал, дошел до какой-то высоты, и эта высота съела больше, чем та кинетическая энергия. То есть машинист должен что, его перезапустить, нагрузить на чуть меньше, вот этим, да? И он опять продолжит даже с этой глубины качать дальше. Понятно? То есть, может быть, это не зависело даже от машиниста. Он его нагрузил так, как вы хотели, чтобы он быстро работал. Но в какой-то момент глубина откачки стала такая, что кинетическая энергия съедает больше. Поэтому нужно ее что? Уменьшить. А как уменьшить? Это уменьшить расход. Как расход уменьшить? Чуть прижать. То есть его перезапустить, прижать. Арматуру на нагнетание, то есть уменьшаем скорость, кинетическая энергия меньше, и глубина нам позволяет качать дальше аж до минимума. Понятно? Почему именно тогда машинист должен уметь правильно вот это нагружать именно арматуры на нагнетание для того, чтобы регулировать. То есть регулируя скорость потока, мы можем обмануть глубину на ту, которую настроен насос уже. Настроен. Понятно, да? То есть поэтому можно играться. Плюс температура. Что еще у нас? У нас не только чистая вода, если мы говорим о подземном резервуаре аммиачных вод. Там есть еще иногда что? И аммиак, да? А аммиак дает еще некое парциальное давление, которое еще забирает энергию. Поэтому если аммиачная вода слишком концентрированная, то есть слишком будет выдавливать давление парциально большое, то тогда расход, машинист должен еще меньше делать, чтобы он мог прокачивать, потому что это парциальное давление съест еще какой-то кусок столба жидкости всасывания. Понятно, да? А бывает после капитального ремонта, почему я иногда тоже так строго говорю, на капитальный ремонт не заливаем горячей водой потом, и так далее, потому что потом не откачаем. Приходишь на следующее утро, полный резервуар, машинист стоит, откачивает его, все ругают, идет один машинист, второй, третий, аппаратчик старший, никто запустить не может. Я уже прихожу, говорю, ничего не делаем, ждем сутки, потому что температура здесь под 80 градусов, аммиачная вода откачать невозможно, потому что при тех условиях, которые созданы, если вы помните, 911 он в приямке находится, минус 4 метра, да, плюс вот эта глубина, с которой берется, это еще там минус 6, а сам приямок там еще минус 7, то есть реальная высота сколько? Минус 2 метра. То есть 2 метра у него всего лишь, у 911, всего лишь вот это 2 метра. А если брать с приямка, это 3 метра всего лишь он берет. Поэтому эти расходы и при температуре выше 80 градусов он уже работать не может. Особенно с аммиачной водой, где невозможно ее взять. Поэтому надо дать отстояться. Поэтому надо стараться не сливать горячий в капитальный ремонт, делать правильно позиции подготовки все, чтобы мы могли в процессе это все откачивать, чтобы не слить потом и на следующий день иметь еще сутки, а нам надо быстрее-быстрее все подготовить. Понятно, да? А просто когда приходишь, понимаешь, ты уже говоришь, ничего не делаем. Уже понимаешь, уже сделать ничего невозможно. Потому что температура, объем, там 300 или, ну 300 это мы говорим, 100 метров кубических, например, горячего, ну уже ничего не сделаешь. Этим насосом не достать. Понятно? Есть вопросы? Поэтому здесь теоретическое напишу. 10 чего? Метров. Метров, да? А вопрос тогда такого плана. А ниже можно? Кто знает? Вот как скважины работают? Скважины нефтяные работают. Ниже, они же, наверное, там с какой-то большей глубины. Есть и такие решения, есть и насосные решения, но это уже специальное устройство с подачей инжекции, то есть это затраты энергии. Можно и ниже 10 метров, но это тоже определенная температура, расчеты. И расход отсюда будет самый минимальный. Мы говорим сейчас, если мы хотим получить не капельку, а именно хорошо прокачивать, то есть иметь неплохой расход, как вот мы говорим о 20, 10, 20, 30 метров кубических в час. То есть это хорошее, не там, пол куба в час или 0,2 куба, потому что это можно и ниже взять. Но чем ниже, надо новое устройство, больше мощности тратить, и спецустройства более дорогие, и расход будет минимальный. Либо это будут какие-то устройства типа эрлифта, может быть, то есть подачей газа, да, какого-то воздуха, создания за счет
разницы плотностей. Но это уже так мы развили. Поэтому хотел решить с вами вот эту задачку, объяснить именно сам принцип понимания вот этих глубины. Она называется, если кто будет искать, геометрическая высота всасывания, или там на английском оно там NPSH, то есть это Net Positive Suction Head, то есть это позитивный остаток того, что осталось от позитивного давления высоты столба жидкости. То есть это, ну, кто будет искать, на каких ресурсах может найти. И решать эти задачки для себя, для дома. Тема очень глубокая, сложная. Там много есть нюансов, кто будет именно подбирать насос. Но в целом, чтобы вы понимали, для нашего производства. Почему иногда насос не работает? Почему насос работает или сбросил? И что нужно сделать? И почему машинист, допустим, может быть, машинист именно прав и сделал все правильно? Просто так сложилась ситуация. Почему именно? Технически. Понятно, да? Погружной насос, получается, работает немножко по-другому? Погружной насос – это этот же насос, который ты опустил на веревочке куда надо. Ну, да, то есть у него разница будет минимальная, либо он просто будет сам загружен в жидкость. Понятно, что он и есть погружной иногда, мокрый. Да, это мы поговорили центробежно. Я сейчас не рассказывал пуст, что его нужно заполнить перед этим. Я хотел, чтобы вы поняли принцип сообщающихся сосудов, и что любую систему можно, если вы знаете этот закон, вы практически можете, зная одну эту форму, вы сможете объяснить много гидродинамических процессов, гидростатических, на этом производстве, да на любом производстве практически, ну, кроме там ядерного реактора, как все, что происходит, где какие уровни, и как их настроить, и решить любую задачку. То есть не так много надо знать глубинных знаний и формул, чтобы это решить. Но эту формулу надо запомнить. Ну, тут никак. Если это будет не вода, вы плотность меняете, будет нефть, да, масло с меньшей плотностью. Значит, что это 10 метров здесь надо подписать. То есть водяного столба, да, воды при определенной температуре, теоретически. Если это будет масло, это будет больше, да. Если это будет ртуть, вопрос на загрузку. Сколько ртуть можно поднять? Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Вот вам и ответ. Сколько можно ртути, да, поднять? Ну тогда на засыпку еще один вопрос. Если мы на Джомолунгме, да, Эверест, высота 8848 метров. И здесь захотим качать постоянно насос. Какая этот насос? Какая будет высота на Эвересте? На Эвересте у нас давление атмосферное условно 0,3 бара. Давайте так. Если здесь 1 бар у нас, да, на поверхности, на Эвересте 0,3 бара. Какая будет максимальная теоретическая, давайте так. Здесь мы решили уже, чтобы мы закрепили. Я понял, что вы поняли. Здесь у нас 3 метра. 1 бар. 3. Да, абсолютно правильно. 3 метра. Максимально теоретическое. Поэтому, покупая один и тот же насос и живя в разных условиях, вы можете изучить, где зоны повышенного давления атмосферного, где пониженного. И где-то он может работать на пределе, а где-то он просто не будет работать. Поэтому даже такие есть интересные нюансы, которые можно, ну, получить из этой теории. Так, в заключение вопросы. Надеюсь, было полезно на сегодня, так что продолжаем изучать, вспоминать физику. И еще раз напомню, что не так много знаний надо иметь, чтобы решить сложные задачи их для понимания. Если уже будете расчеты вести, нет, здесь намного сложнее. Какие-то будете уже в инженеры, проектировщики переходить. Но для понимания процессов и решения практических задач этого будет достаточно. Все, спасибо. Спасибо.